Охереть, тут клево. На танцполе сегодня диджей трахает вонючих бомжей. Я сплещу, смотрит ее блеск, но флекс крыла не будут здесь. Привет, давно не виделись. Она пришла на встречу с папой. Это мы сейчас посмотрим. Девушки, которые дают Эльдару. Ой, сейчас, извиняюсь, перебью. Там так и написано. Так и написано, девушки дают... которые дают. Кто еще не подписан на мою страницу? Есть такие люди? Идите подписывайтесь. Просто вводите Эльдар, и я буду первый и единственный с галочкой. А знаете почему? Потому что я Эльдар number one. Ира позвала куда-то, и мы с вами туда сейчас пойдем. Вот уже мы собираемся, сейчас пойдем немножко перекусим с Ирой и... Пойдем. Короче, Ильич в Екатеринбурге, я хотел съездить, слетать с ним, но понял, что не успеваю, потому что у меня завтра самолет немножко в другое место. Не буду спойлерить. Что еще нового? Новая аватарка у меня. Вот. Вот она. Я тут на гетероскутере пафосный. Вчера фотографировались с храмовым, помните? Вот, идите на страницу, подписывайтесь и ставьте лайк мне на аватарку. Чтобы у меня было много лайков, чтобы... Хотели пойти в Макдональдс, но поняли, что сегодня суббота, и сейчас там начнется акция «Сфотографируйся с Эльдаром». Очереди, когда больше, чем очередь в Макдональдсе, поэтому мы пойдем есть в дорогой ресторан. Ну, потому что жизнь позволяет. Да. Почему бы и нет? Там, чтобы нас узнавали не школьники, а элитарные люди в костюмах. Ага. Владимир Путин. Такой здоровый. Че? Прикинь, Путин подходит, говорит, че как там брови отросли? Я такой, да заебал. Мы с Димасом смотрим, переживаем, вообще не можем. Вот такое каждый день у меня происходит. Мы решили, что нам нужно... Мы решили вместе в одно время начать снимать влог. Именно это мы решили сделать. Я хотел сказать, что мы отличные маркетологи и только что... Прорекламировали свой канал. Таксисту. Давай говорить по очереди. Можно же потом демонтировать это вообще. Да, я же всегда беру материал из твоих блогов или блогов Санька, и у меня с двух камер. А, я думаю, кто ворует мой материал? Я ворую ее материал. Короче, пошли. Охереть, тут клево. Почему я раньше здесь не был? Ира, пойдем снимать успешные видеоблоги. Кажется, мы отправляемся в Калифорнию! О, пошли туда. Топово. На танцполе сегодня диджей трахает вонючих бомжей. Йо! Это баскетбол для даунов, короче. Да. Давай, парень, я в тебя верю. Ну, как можно не попасть в эту херню? Как же скучно! Суббота! Какого черта? Ну, на самом деле, скучно, потому что я ничего не делаю, не подрываюсь никуда, никому не пишу, никому не отвечаю. Сижу, доделываю блог. Кстати, уже в понедельник, то есть послезавтра я буду в Новокузнецке. Я не говорил об этом родителям. Я сказал, что заеду в ближайшее время, но решил не говорить когда, чтобы устроить сюрприз небольшой. Маленький, небольшой. Ну, я же, типа, короткий сутки пророст. Жирафом возит, человек. С кем бы побатлил на Версусе? Видишь, пойдем батлить. Ну да, давай. Иди сюда батлить. Ну с этим побатлить, ну. Давай, батли, ты же любишь хуесосить меня. Давай. С этим, блядь, самое время побатлить. Зачем ты письку показываешь, ёб? Ты готов к Версусу, ёб твою мать. Не играй с этой хуйней, не играй. Каждый раз, когда говоришь про Версус, в комнате появляются рэперы. Чё за херня? Еще одна! Слишком много рэперов на квадратный метр! Я сейчас буду делать йоу! У тебя есть зеркало или ты всегда смотришься в камеру, когда приводишься в порядок? Спасибо. В какой порядок я себя привожу? Посмотри на меня. Так!
мы перемещаемся с ответами на вопросы. О, какие повороты интересные. Оп. Леша Суворов спрашивает, что для тебя Москва и что для тебя Санкт-Петербург? Санкт-Петербург и Москва для меня два города, два любимых города, которые ни в коем случае нельзя сравнивать, потому что это два совершенно разных города. И там по-своему здорово. Я два с половиной года почти жил в Москве, и вот уже год живу в Петербурге. И я до сих пор не могу решить, какой из этих городов для меня любимее, так скажем. Но пока остановил свой выбор на Петербурге, потому что здесь все мои друзья, здесь прям вот настоящие, Илюха, Данька, Ирка, и Руслан, тут все приятели, товарищи здесь душевные. И Питер — это такой город энтузиастов. Если Москва — это все-таки такой денежный город относительно, то здесь люди, которые хотят быть частью команды и готовы работать. Если у тебя нет денег, то без денег, если есть деньги, то у всех есть деньги. То есть два разных города и два любимых города. Вот так вот, Леша. А вообще ты же мог спросить у меня это в Телеграме, йоу. Хорошо. Блин, я вообще в очках ни хера не вижу. Ты слишком близко снимаешь, ты красивая. Ты пьешь, ты красава. Чувак, там не видно этого, йоу. Ты опять нахуячился? Да, естественно, блядь. Опять. Так, я уже очень давно не могу набухаться. Да, блядь, что нужно, что это? Давай придумаем, что нужно сделать, чтобы набухаться. Уже ничего. Блядь, давай придумаем. Блять, Катя, я думал, что, блядь, пиздец, ну, женщина, которая тебе ебет голову, которая... Это замечательно, чувак, женщина, которая ебет тебе голову, говорит, хватит, стой, поехали домой, это же охуенно. Но, not now. Это же, блядь, замечательно. Not now. Ну, блядь, ты знаешь, когда ты сидишь, хочешь подойти к ней, но стесняешься, да, типа, как в школе не хватало бухла, типа, нельзя. И такой подошел к математичке, которой 80, хотя, блин, боку, блядь. А, это же не отказывается. Правильно, брови выросли, это хорошо, это да хорошо. Да ты, и ты туда же, бро, ну камон, блядь, какие брови? Пойдем пить. Вставай поувереннее, будь поувереннее, сразу вставай второй ногой, сразу. Все, молодец, теперь упробуй. И чё прикол? Ну сейчас поймешь. Просто я двигаю. Поувереннее, стой поувереннее. Все нормально, двигай туловищем. У меня вылет через 7 часов. То есть, типа, в аэропорту мне надо быть через 6 часов. Мне нужно собраться. У меня ничего не собрано. 3 часа поспать. 3 часа. И ты, типа, уже будешь нормально более-менее себя чувствовать и поедешь. 3 часа сна? 3 часа сна. Потом ты поспишь в самолете. Может быть. У меня час в самолете. Это до Новокузнецка я буду вечером. Пиздец, я охуею. Я просплю. Сука, я просплю. 5 утра. Я не могу уснуть. Будильник я поставил на 7:30, чтобы успеть собраться и поехать в аэропорт. Я сегодня не посплю. В такси? Окей, полчаса в такси посплю. В самолете? Окей, час. В Москве? Нет, я не посплю в Москве. У меня дела. Пол седьмого утра я не ложился.
тяжеловато. Ну что, я собрал портфель. Важно ничего не забыть из вещей, которые мне там пригодятся. Типа зарядок, компьютеров. Из одежды, на одежду насрать, одежду я там куплю по надобности. Типа пару футболок, что мне, я еду дня на 4. Сейчас мне лететь до Москвы. У меня будет долгая пересадка до самого вечера. Я буду в Москве. Воздуха плюс 15 градусов. Московское время 11 часов 10 минут. Таксисты просят со мной сфотографироваться. Давай. В общем, понял я, что пора мне уходить с Ютуба, потому что это не приносит денег, и я решил устроиться на работу. Теперь я ремонтирую айфоны. Мы закрываемся завтра. Потому что я сюда пришел на работу. Нет, поэтому мы тебя и взяли, потому что мы закрываемся завтра. Наконец-то я заработаю денег. И, короче, исполнится моя мечта. Знаешь, какая? Я уеду в Калифорнию! Ладно, все, слишком часто, слишком много, я понимаю. Да. У меня теперь есть секретарша, менеджер, кто? Все. Мы встретились с Полиной. Привет. Привет. Давно не виделись, только что. Она пришла на встречу с папой. Папа крыша сидит моя. Там. Крыша моя. Вот. Теперь она будет отвечать за все то, что я делаю. Этот человек будет помогать мне дистанционно ругать меня, звонить, говорить: Эльдар, тебе сегодня надо сделать, и это надо сделать то. Если ты не сделаешь, то можно систему штрафов мне сделать. Вот. Ну, чтобы работать было проще, потому что я не справляюсь, и очень часто вылетает много мелочей из головы. Теперь этим будет заниматься вот этот человек. Я буду платить ему зарплату, прикиньте. Получку хочешь? 6 тысяч. 6 тысяч в год. 500 рублей в месяц, нормально. Карьерный рост обеспечен. Договорились. Я самый лучший пилот. Заходил вчера. Какой он охеренный, реально. Ну просто плюшевый. Ну типа, как он может укусить или что-то плохое сделать? Мне кажется, он это, если на тебя нападут, он зацелует до смерти твоего этого врага. В голове ветер. Чушь. Охуенный. Чушь. Да. Тиши, самцу. Отрасти ногти. Ходи на них. Они сломались в один момент. Тебя нападают феи. Ты Тамара, которая пришла с работы и такая к своему мужу. Опять ты. Павлику ногу отрезали, а это сын ваш. Ну что ж ты, Павлик? Надо было себе папу родить. Тебе наплевать на мои чувства.
только и можешь смеяться. Но я не могу от твоих губ оторваться. Он фотографирует это на телефон. Или снимает. А потом пойдет на порно-сайт. Карлик сосет Артему. А кто из нас Артем? Это мы сейчас посмотрим. Это мы сейчас посмотрим. Блять. Такси. О, да. Я похож на него? А он когда был молодой, волос точно уж такой же. Я даже не знаю, как реагировать на такие штуки. Форш нормального человека, форш курильщика. Смотрите, девушки, которые дают Эльдару... Ой, сейчас, извиняюсь, перебью. Там так и написано. Так и написано. Девушки дают... которые дают Эльдару. Странно. Да, да, но это дальше? Они не просто так дают. Они чувствуют себя белоснежками. Полный восторг, который стоит. У меня же честные слезы выкатили. Ну вот все, вот дарю, убери пожалуйста. Убери руки. Хорошо. На память оставлю. Да, конечно, неужели ж такую слезу вышел у меня на самом деле? Чё? Эльдарчик. Да. Ты пидор. Официально подтверждено. Спасибо. Здоровья, блядь. Мне когда теперь будут говорить, что я натурал? Не будешь. Я буду показывать это видео. Чё? Хуево чё, не горячо? Шутки за 300. Подписывайся к нам на канал вместо его. Там шутки такие пиздатые. Что нет? Бегу, бегу, бегу. Вот прям бегу. Вызывать такси в аэропорт. О! Артем Бизин! Эльдар Жараков! А ты что тут делаешь? Да еще и с моим портфелем. А ты что? Да я это, снимался в какой-то штуке, можно портфель? Конечно, держи. Я пригнал в Домодедово уже второй раз за сегодня. Так получилось, что я сегодня на путь из Домодедова в Москву. И вот сейчас в Домодедово из Москвы суммарно потратил туда-обратно 2500. Надо было на этом ехать, на Аэроэкспрессе. Типа косарь бы выкинул. Вот. Но ладно. У меня чуть больше часа до посадки. Вот, билет у меня уже есть распечатанный, мне вот сразу дали в Питере, так как у меня пересадка. Вот, думаю пойти перекусить, потом сесть в самолет спокойно и уснуть, потому что весь день я очень хочу спать. Очень. Ну вы помните, да, сколько мне удалось? 1.5 часа поспать.